Уже пора, бражник. Слава бражнику! Леди Баг и Суперкот, я чувствую ваше присутствие. И если вы хотите спасти Париж и его жителей, я даю вам последний шанс. Сдавайтесь и принесите мне талисманы. Есть идеи, миледи? Такое ощущение, что он давно к этому готовился. А вот мы не были готовы. Но мы готовы. Мы уже сражались с каждым из них и победили. И на этот раз нас пятеро. Если мы хотим победить, надо разгромить бражника. Хоть напрямую мы с ним не сталкивались. Бражник, надеюсь, ты насладился иллюзией Вальпины. Ведь настоящая Леди Баг никогда не отдаст тебе свой талисман. И у нас тоже есть предложение. Это ты отдашь нам свой талисман. И пускай у тебя армия воинов-злодеев. Зато у нас команда супергероев. И поверь, ты пожалеешь, что надел на себя этот совершенно нелепый костюм. Значит, вы хотите сражаться? Да будет по-вашему. Гитарист, соловей, музыку! Начинается. Армия бражника намеревается разгромить жалких обладателей талисмана. Не забудьте главную цель. Нам нужно добраться до бражника. Тогда план простой. Охота за главным злодеем. Значит, вперед! Я прикрою. Рассчитывай на меня, Леди Баг. Циклон! Гор, даруй мне крылья! Молния! Карапас, щит! Ваши мечи – игрушка для суперкота. Покажи, что ты умеешь. Леди Пчела, подвеска фараона! Вовремя! Я! Рина Руж, спасай! Молодец, Хуна! Нет! Для тебя я Леди Пчела, лиса! А у нас неплохая команда. Да, но только это еще не конец. Все идет по плану, катализатор. Как же это приятно, дать этим героям поверить в то, что они могут выиграть, хотя все уже давно предрешено. Твой черед, Купидон! Дорогие парижане, как и наши супергерои, мы никогда не преклонимся перед злодеями. Вместе мы дадим им отпор, вместе мы победим... Да, милая. Где тебя носит? Поторопись, Андре. Да, дорогая моя. А тем временем я буду наблюдать за вороной Парижа из вертолета. Спасибо. Одри, дорогая, где же Хлоя, а? Видимо, опять играет в супергероиню. Хлое не положено играть в супергероиню. Это неприемлемо, совершенно неприемлемо. Мадмуазель следует наказать. Купидон, ты молодец. Теперь семейство буржуа будет следовать по моему плану. Королева стиля, маледиктатор, гневный мишка. Хлоя никогда никого не слушалась. Теперь я даю вам силы наказать ее раз и навсегда.